sur la glace, concurrente numéro 6, Галина Грибовская. В женском одиночном катании первую, кого мы увидим, будет Галя Грибовская. Совсем молодая фигуристка из Советского Союза, которая была и чемпионкой Советского Союза, и выступала на различных международных соревнованиях. Здесь претендовала на место в десятке. Шестнадцатилетняя Галина Грибовская, только что выигравшая чемпионат Советского Союза в Воскресенске и прибывшая на Олимпийские игры в Гренобль в качестве первой советской фигуристки-одиночницы, принимающей участие в Олимпиаде.
Ну, естественно, она там была не одна в женском одиночном катании. Также там выступала Елена Щеглова. Она будет кататься следующей. Тренировали Галину Гржибовскую в разные годы. Светлана Мозер, Татьяна Гранаткина, Станислав Жук. Так и не вошла ни в одну десятку международных турниров Галина. Вот ее оценки. За технику, кстати, не так уж и плохо. И вполне могла бы подняться и выше 10 места, но осталась, к сожалению, лишь 16. Зато у Галины впоследствии была довольно-таки интересная судьба тренерская, и она продолжается и по сей день. На международных соревнованиях сегодняшнего дня вы можете видеть Галину Гржибовскую под фамилией ее супруга, Галина Кухар.